Хор ветеранов в деревне Сеп Игринского района появился 30 лет назад. Сегодня это хранитель народной культуры. Ну, мы сейчас вам покажем крестьянское подворье. Вот некоторые из этих ремесел были в старину, но некоторые существуют и до сих пор еще. Кто-то смалывает сушеную черемуху, кто-то проросшее зерно для национальных напитков, другие придут, плетут лапти. Многие ремесла ушли из современной жизни навсегда, а инвентарь пылится на чердаках. Из деревни Митрокин, вот живая земля, вот, которую мы сейчас вот написали, проект выиграл, вот именно вот про Кулябина, который делал вот эти горшки. Вот, и они сохранились. Сегодня музей показывают руководителю Удмуртии и заодно рассказывают о полученных грантах, о том, как проект развивает территорию, как к нему подключились не только жители Сепа, но и исчезнувших деревень. Это, представляете, из деревни, значит, вот это воссоздать, но самое главное привлечь федеральные средства, причем, насколько я помню, первый грант фонд «Перспектива» 2 миллиона рублей, они мне только что сказали, что еще 700 тысяч. Это для меня ориентир. Вот я поставил задачу 10 миллионов с краудфандинговых площадок в каждый район, а здесь в деревне один проект 2 миллиона 700 тысяч привлек. 3 года назад в Сепе провели День деревень. Собрали жителей 13 соседних населенных пунктов, 7 из которых уже не существует. Пока готовились к празднику, собрали много историй и старинной утвари. Это и стало началом проекта «Народный музей исчезнувших деревень». Раньше они не думали про эти экспонаты. Они, может, лежали вот где-то, может, в сундуках. А вот потом, когда мы стали уже эти собирать, стали рассказывать истории вот этих предметов со слезами на глазах. Культурная инициатива, рожденная на селе, сегодня стала еще и экономическим фактором. С помощью этого проекта развивается территория, рождаются новые проекты, авторы которых получают новые гранты. Та краеведческая работа, которая была проведена в рамках нашего проекта «Музей исчезнувших деревень», она послужила основой для написания нового проекта. Она послужила основой того, что исчезнувшая деревня, заброшенная, на которой сейчас нет ничего, вдруг становится интересной. Проект еще не завершен, еще до туризма далеко, а он уже живет и развивает территорию. Неподалеку от Сепского ДК сегодня строят помещение для музея. Авторская мебель, интерактивные технологии, библиотека. Организаторы проекта принесли сюда мировые тенденции музейного дела. Открытие Народного музея исчезнувших деревень запланировано на 23 сентября этого года. Ксения Мороз, Юрий Зелененький, телеканал «Моя Удмуртия». Красота спасет мир.